Вот сегодня сбегала в магазинчик Аламарт и покажу вам, что я там купила. Ну что, мои дорогие, поехали. Ну, для начала покажу вам губочки, там меламиновые появились. Представляете, для удаления пятен 9 на 6 и на 3. И всего 9 рублей стоит. Это сейчас покажу. 9 рублей. И размер нормальный. Я, правда, ими еще не пользовалась. Не знаю, посмотрю. Ну, вообще классно. Посмотрим, как она. Это белая. Фирмы разные. Белая фирма Vesta. А розовая фирма губка. Это их Галамарт. Не знаю, здесь правда написано, что смочить губку водой, отжать между ладонями, не скручивать. Губка готова к использованию. Ну, это меламиновые. Как они, что, не знаю. Как только попробую, я вам скажу. Так, купила два опрыскивателя по 28 рублей. Они всегда нужны. И растения, и, ну, и окна мыть, и хоть для чего. Так что я уже покупала там хорошие, мне нравятся. Они меньше делаются, больше здесь откручиваются. Я беру всегда разноцветные, чтобы знать, если там это для опрыскивания цветов, это для опрыскивания там листочков, или это опрыскивать мебель, когда чистим. Слушайте, увидела там такой полоник, 99 рублей стоит. Смотрите, шумовка. Мне кажется, очень классно будет, допустим, набрали вы компот, и сцедить, чтобы компот здесь остался, это 99 рублей, смотрите. Вообще класс. Ну, такая вещичка. Я только недавно размусорила свои шкафчики с ложками, вилками да поварюшками. И вот, я же говорю, вот есть, не зря говорят, что есть такое, нужно почаще размусориваться, потому что потом, чтобы было место для новых вещей. Поэтому класс. Взяла в раковину такой коврик. Я люблю такие коврики. Оно и даже, знаете, ее стелишь в раковину. И когда чистишь что-то там, картошку, моркошку, там хоть что, потом взял, приподнял так, и в мусор выкинул это. И во-первых, а во-вторых, что не бьется посуда. Так что вообще классно. Так, взяла таких два крючочка. Ну, они вообще хорошо клеятся так это насмерть. Ванну мне нужно. Так что они такие прозрачненькие. Ну, в общем, посмотрим, как они будут себя вести. Я потом, кому интересно будет, я потом расскажу. Классно, она даже... Сообразила я все-таки, как приклеить. Вот приклеила. Она даже и не видно, что она держит. Вот для зубной пасты. Чтобы рядом здесь щетки, а здесь пасты. То есть сообразила. Там одно отклеиваешь, но надо обезжирить. Всегда, прежде чем наклеить какие-нибудь крючки, обезжиривайте поверхность. Взяла вот таких три наполнителя. Это, знаете, когда мы дарим подарочки, чтобы в коробочку положить, там украсить хорошо. Вот три наполнителя. 29 рублей один. Написано бумага 20 грамм. 10 цветов. Ну, у меня три. 28 или 29 рублей. Коврик в раковину 54 рубля, крючки самоклеящие 88 рублей. Так, губка для удаления пятен 9 рублей. Насадка, распылитель не 28 рублей, а 29. И мыло, так, комплект, пакет. Наполнитель декоративный 29 рублей. Да. Взяла жидкость для снятия лака 38 рублей, 100 грамм. 100 миллилитров. Мыло взяла. Там вообще оно было что-то со скидкой. Мыло 19 рублей абсолютно. Представляете? Ну, это вообще, можно сказать, бесплатно. О боже, как я их искала и как я их ждала. Это вообще... Смотрите, что я купила. Набор салфеток. Это салфетки. Я думаю, вам будет видно. Когда стираешь что-нибудь цветное, бросаешь туда. Ну, у меня были в другой коробочке там. Одну надо было бросать, а здесь... Так, что-то не написано. Может, когда открыть? И я одну-две ложила в это
ложила. В общем, в машинку клала, ложила, положила. Так, вот здесь говорят, для стирки против окрашивания. 2 или 4 штуки. Ну, я 1-2, и мне хватало. Вот. С этой стороны написано, что ни родины, ни флага. Одна корзина и вторая. А, одна корзина, если половина, если мало белья, 2, если много, 4. Ну, я все равно даже на 5. У меня 7 килограмм в машинке. Я клала, ну, 1-2, все. Больше это. Но салфетки эти вообще нужная вещь. 80 рублей 20 штук. Я даже, знаете, когда 1-2 раза постираю, я к этим, которые уже раз стирали, я еще к ним могу положить там 1, а тех старых 2. В общем, они мне на несколько раз. Но я очень их... Раньше они были в фикс-прайсе, я покупала там тоже, по-моему, 20 штук. Но они давно пропали, а у меня уже все, уже заканчивалось. Я думаю, ну, что делать, что делать? Ну вот, слава богу. Так, взяла вот такое чудо, смотрите. Это такой бур. Знаете, для чего? Я в жизни не догадалась, если бы не было написано. Это в землю втыкаешь, а сюда вставляешь зонтик. Закручиваешь. Зонтик летний, который, знаете, вот у меня обычно, когда Маргарита приезжала, я ей в песочнице, там она играет, а солнышко, и я этот зонтик делаю, а он же маленький, коротенький. Это так, ну, в песок. Ветер подул, все. Но я думаю, что вот это будет держать. Здесь прямо написано. Бур для зонта. Так, я забыла, сколько он стоит. 89 рублей. Ну, как бы и не дешево это, но я думаю, что вещь нужная. Так, раз, покрутили, он зашел, как бур. Потом ставили зонтик, закрутили, и все. Все счастливы. Так, взяла леску для триммера. Но она всегда нужна, вот когда трава пойдет. У меня есть электрический триммер, есть и бензиновый, поэтому косить траву. Я взяла 1,6 мм. Там были и 2, по-моему, еще. И тоже он что-то недорогой. 30 чем-то рублей. А, 49 рублей. 49 рублей. Ну и самое главное, взяла шторы. Они как бы двойные. Да, цвет желательно, хотелось бы чуть-чуть как бы коричневатый, все, но не было. Ну, я так посмотрела, думаю, мне шторы быстро надоедают, тем более на зиму у меня те легкие, на лето этих взяла. Почему взяла? Потому что они двойные. Сейчас я открою, вам покажу. Вот цена их. 1280. Представляете, две шторы по 1,40 м и высота 2,60 м. Цена, ну, вообще классно. И там уже все пришито, только погладить. И можно вешать. Такая прям специальная, смотрите, вешалка для штор. Слушайте, класс. Смотрите. И они двойные. С одной стороны одна идет такая, вот. А здесь как атлас, смотрите. Ну, такой. Я думаю, что будет хорошо. В общем, посмотрим. Боже, ну вот, мои дорогие, все, я повесила шторы. Знаете, я когда их достала, ну, посмотрела, я думаю, боже, какие-то полосы. А будут ли они совпадать? Боже, ну, потому что. И вот, не представляете, они все совпадают. Постирала я их, повесила. И еще, знаете, что хочу сказать? Что я их, когда постирала, они же уже выжились, да? И чтобы не гладить их, что нужно делать? Берем с того же Галамарта. У меня вот такая штука есть. И нужно вверх вот очень хорошо намочить, чтобы не гладить. Конечно, если кто будет гладить, то какая разница? А так вот, чтобы тяжесть была сверху больше, снизу, и она будет не стянуть,
И она их выровняет. Я шторы вообще никогда не глажу. Вообще. И вот сейчас они вот под тяжестью, они все выпрямятся. Вообще. И нормально. Я думала... Ой, стол у меня здесь. Видите? Детский. Я думала, они вообще не подойдут. Ну, я так считаю, что... Ну, нет, конечно, если были коричневые, было бы вообще классно. А так... И вот у нас же уже, ну как, ночью светлеет. Вот сейчас я выключу. Даже будет видно, у нас там напротив сквер строителей, там лампочки горят. Видите? Как там днем будет, я не знаю, но все равно затемнено. Потому что если было открыто... Сейчас покажу. Вот я открыла. У меня шторы были такие легкие. На зиму можно одни легкие. Эти. Все равно. Вот эти лампочки горят. Это вообще. Так, ну и еще покажу. Зашла в карусель. Там из продуктов кое-что взяла. Там масло, кефир. И тряпочку взяла себе такую, смотрите, для швабры, для моей любимой швабры, которую я покупала тоже в Галамарте. Фирма, вот эта фирма, правда, стоила она 380 рублей, но я люблю вот для квартиры полы мыть, чтобы она была беленькая. Все-таки, как-то, знаете, для меня синяя тряпка, красная, там, она, ну, грязнится, но не так видно, вот, а... Уже когда белая швабра, вообще я люблю белое, чтобы видно было, что она грязная. Думаю, а синяя там, а у меня синяя швабра, грязи не видно там. А так уже будешь видеть, что... Ну, в общем, мне нравится, что она по краям. Вот. Так что буду пользоваться. Посмотрим. Она, правда, шире. Как она будет выкручивать, как она будет мыть. А ту синюю я пущу, которая у нас в коридоре. Так что, я думаю, она мне понравится. Ну вот и все, мои дорогие, все, что я вам хотела показать и рассказать. Если вам понравилось, ставим пальчики вверх. Кому не понравилось, вы что, извините меня, пожалуйста. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего новенького. И всего хорошего, мои дорогие. И всем пока-пока.